بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Дорогие братья и сестры, как вы все прекрасно знаете, наши оппоненты шиизма, противники шиизма, враги шиизма завидным усердием распространяют о шиизме и шиитах легенды и мифы, завидным усердием наговаривают на шиизм. И одним из подобных легенд, и одним из подобных небылиц относительно шиитов и шиизма, которые распространяются нашими противниками, нашими оппонентами, является легенда о том, что якобы шииты верят в искаженность Корана. И в связи с этим крайне важным для нас является то, чтобы мы доказали обратное. Чтобы мы продемонстрировали то, что шииты ни в коем случае не верили и не верят в искаженность Корана. Что в шиитском учении нет подобной веры, веры в искаженность Корана. Ибо эти мифы, эти наговоры, эти легенды, которые они выдумывают и распространяют относительно нас, относительно шиизма, наносят по нам очень серьезный удар. Отпугивают, отталкивают от нашего учения людей. И в связи с этим крайне важным является разобраться в этом вопросе, обсудить этот вопрос и доказать истинную точку зрения, каково реальное положение дел в шиизме и в шиитском учении. И наряду с этим вы прекрасно знаете, что наши оппоненты, те люди, которые клевещут на нас, те люди, которые наговаривают на шиизм, не очень часто эти люди набираются смелости для того, чтобы свои слова доказать в научном обсуждении, в научной дискуссии. Им проще наговаривать, им проще распространять слухи, чем сесть лицом к лицу и доказать свои слова, привести доводы и доказательства своим словам, обосновать свою клевету. Но порой, очень редко, но все-таки бывает так, что среди них появляются люди, которые набираются подобной смелости. И одним из этих людей является Абу Сумайя, который вызвался доказать нам, шиитам, что мы верим в искаженность Корана, что в нашем учении есть вера в искаженность Корана. И эта дискуссия в связи с тем, что было сказано, играет крайне важную роль для нас. Ибо в этой дискуссии мы с позволения Бога посмотрим, каковы их доводы и доказательства, на что они опираются, когда распространяют о нас и нашем учении эти слухи, эти легенды, эти небылицы. Поэтому, дорогие братья и сестры, 11 июня в 17:00 по московскому времени, в пятницу, состоится первый день дискуссии на данную тему с Абу Сумайей на канале, на YouTube-канале «Доводы Лайф». И поэтому настоятельно прошу вас распространить весть об этом. Ссылка будет прикреплена к видео. Распространяйте эту ссылку, и пусть те люди, которые считают, что шииты верят в искаженность Корана, пусть они придут и посмотрят, какова на самом деле истина. Есть ли у них, в частности у Абу Сумайи, какие-либо веские доводы и доказательства в пользу того, что шиитское учение исповедует искаженность Корана. И также хочу обратиться к тем клеветникам и тем наговорщикам, которые обвиняют шиитов в вере в искаженность Корана, после этой дискуссии, если Абу Сумайи не удастся доказать, что шииты и шиизм верят в искаженность Корана, после этой дискуссии у вас не будет никакого права говорить обратно. Если вы считаете, что Абу Сумайя слаб для такой дискуссии, то найдите нам сильного человека, и мы с ним этот вопрос обсудим. Если вы не можете нам предоставить более сильного человека, то вы не имеете права утверждать, что это слабый человек, что если бы был бы сильный, то он вам доказал бы. Или же у вас есть другой вариант, другой выход, пойти, у вас есть почти целая неделя, пойти и помочь. Дайте подсказку Абу Сумайе, помогите ему, приведите ему доводы и доказательства того, что мы верим в искаженность Корана, подкрепите его доводами и доказательствами. Соберитесь всем своим миром наговорщиков и клеветников и поддержите, и помогите Абу Сумайе. Соберите все свои усилия для того, чтобы доказать данный вопрос.
Дорогие братья и сестры, очень настоятельно прошу распространить это видео и распространить ссылку на предстоящую дискуссию. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.